Большинство пользователей смартфонов скачивают разные мобильные приложения. Игры, такси, почта, соцсети. А вот воспитанники Чебоксарского детского технопарка «Кванториум» разрабатывают их сами. О том, какие приложения в скором времени можно ждать от 5-9-классников, Ольга Пырочкина. Большие мониторы, сосредоточенные лица. Так проходят занятия в IT-квантуме городского детского технопарка «Кванториум». Сейчас студенты занимаются разработкой мобильных приложений. Единственная девушка, Валерия, возглавляет группу, которая выбрала туристическое направление. Мы создаем приложение «Электронный гид» для помощи туристам и приезжающим в наш город, чтобы они узнали больше о наших достопримечательностях. Программирование – это финальная часть, своего рода оболочка. Пришлось поработать, чтобы наполнить его содержимым. Ребята выбирали любимые места, определяли их координаты, наносили на карту. Один человек сообщал информацию о памятнике, другой искал искал фотографии. Кто-то писал программу, собственно говоря, а кто-то историю. Мы узнали, что в нашем городе в октябре 2016 года открылся новый памятник Николе Теслу. Шестиклассники Илья и Миша то, что они предложат в своем приложении интернет-пользователям, сначала испытывают на себе. Мы создаем приложение рецепты коктейлей. Шоколадный коктейль, черничный коктейль. Вот. Ну, кофе брали. Здесь обычные школьники, которым просто интересно, отмечает педагог. Чтобы прийти и заниматься, не нужно быть гением и иметь университетские знания. Мы проходим по этапам. То есть мы придумали идею, потом дальше написали техническое задание на нее, расписали, как оно должно работать, алгоритм, то есть придумали. И потом же по маленьким шажочкам начинаем делать. То есть сначала простенький шаг, чтобы там на кнопочки нажимались, какие-то действия происходили. Потом усложняем все это, включаем циклы, переменные, функции. Потом дальше усложняем. Дети делают его более профессионально, то есть собирают туда материал, делают какой-то интерфейс уже более дизайнерский, учатся работать с графикой. С момента открытия технопарка прошла пара месяцев. Однако, возможно, уже этим летом можно будет прогуляться по интересным местам города с вкусным коктейлем. Авторы приложений постараются. Ольга Пырочкина, Андрей Шоколев, Республика.